Геннадий Циферов. Сказка «Как ослик купался». Пришел длинноухий к речке, а вода холодная. Опустил он ножку и заворчал: «Бррр!» Выглянул из воды лягушонок и спросил: «Чего вы тут кричите, бррр?» Ослику стало стыдно, что он боится холодной воды. Просто я ем бревна, понятно?» «Понятно», — сказал лягушонок. «Значит, вы есть тот самый страшный крокодил?» «Совершенно точно», — кивнул ослик. «А простите, пожалуйста», — опять спросил лягушонок, «а кроме бревен вы что-нибудь еще можете есть? Я слышал, паровоз даже». «Совершенно точно», — кивнул ослик. «Ну, а почему тогда, — заквакал лягушонок, — вы такой худой?» «Просто», — ответил ослик, — «опоздал сегодня съесть поезд. Я пришел, а он ушел в Африку греть животик». «Понятно», — сказал лягушонок, — «в Африке жарко, и если там долго греть живот, он растает, и вместо паровоза получится корыто». «Ну и что?» – сказал ослик. «Корыто ведь съесть еще проще». «Вот-вот», – запрыгал лягушонок. «Я тоже так подумал. Почему и заговорил о паровозе. Дорогой крокодил, у меня есть корыто. В нем мама купает меня в чистом дождике. Мне это не нравится, ведь я люблю грязь. Так не поможете ли вы и не съедите ли это проклятое корыто на завтрак?» И тут ослик захохотал. «Ну и хитрец! Я хотел его обмануть, а выходит, он обманул меня. Так слушай же, грязнуля, я не крокодил, конечно, но если ты не будешь мыться, явится настоящий крокодил и съест тебя. Больше всяких бревен и корыт они любят грязных лягушек. Мойся скорей!»